С великим искушением столкнулась жительница Новочебоксарска, на глазах которой мужчина выронил в отделение банка пачку долларов. Принимая решение, как поступить, горожанка не думала, что о нем узнают не только ее близкие. Житель Чебоксар, который обращался за получением кредита, выходя из банка, выронил 300 долларов. Это заметила немолодая женщина, которая стояла неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она сначала выбежала следом за посетителем, но быстро вернулась и подобрала пачку. Женщина поясняет, что она не заметила, у кого на самом деле выпали деньги, подняла и уже обнаружила дома, что это оказались деньги. И побоялась обратиться в полицию, так как к ней могут быть выдвинуты претензии о том, что денег было больше. Вот она таким образом поясняет, почему она сразу в полицию не обратилась. Объявление о розыске женщины в СМИ увидели ее родственники, после чего та пришла в полицию и добровольно вернула чужую валюту. Благодаря этому жительница Новочебоксарска не будет привлечена к уголовной ответственности.